Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И Хаммер. И Хаммер сидит рядышком слева, на другом компьютере, играет в Hearthstone тоже. А мы продолжаем, наверное, будет завершающая вот именно эта арена, я думаю, что меня сейчас убьют и на этом все закончится. Но мы посмотрим, что мне дадут за три победы, откроем, может, бустер и вот так вот. И давайте продолжим, посмотрим, как у нас это получится. Три победы. По-моему, я делал три победы на арене, а четыре, по-моему, не делал. Поэтому я не помню, честно говоря. По-моему, я четыре так много не делал побед. Может, и делал. Ну, в общем, будем считать, либо это сейчас будет рекорд, либо не рекорд. Опять охотники, и что-то я боюсь тоже охотника, потому что охотник против охотника, это не знаю. Это тоже как-то не очень. Так, ну что, у нас ничего нету. А у него монетка. Вот в тот раз нам паучок этот помог. Кстати, есть ли у меня паучок в колоде охотника? Он такой классный. Если у меня нет в колоде охотника паучка вот этого, я его обязательно положу. Вот точно вам скажу. А может, он и есть у меня в колоде. Кстати, надо посмотреть потом. Так. Вот смотрите, если я его паучка убиваю, ему приходит легендарная, допустим. Да. Интересно. Так. У него паучок. Да я знаю. А что если паучка? Не бить его. А давайте не будем бить паучка. Вот не будем и не будем его бить паучка. Вот и. А он убился. Получил какую-то зверюгу себе получил он. А какую, неизвестно. Ну, у нас провокатор, который самый-самый дешевый провокатор. Я даже не знаю, вызывать гиену или вот это. Давай вот это, он же усиливает. О! Нормально. А ты чё волком не усилил, потом не убил? А у него мишка, вот так. А у него мишка, да. А у нас паучок, у нас же есть паучок. Смотрите, как оп. Оп. И вот так вот, по-моему, нормально. О, выпускай паучка эту потом. Паучка мы выпустим, естественно. А сейчас опять будет. Хочется выпустить, знаешь, гиену этого люторога и паучка. Опа. Это 8 надо. А у нас будет только 5. Интересно. Ваши звери получают способность рывок. Да. А он собачку выпустил. Ну, что могу сказать? Выпустил. Гиену, паучка. Плохо. И стрельнуть. Интересно. А я не знаю, давайте гиену, паучка, стрельнем, ударим. Вот так вот, не знаю. Животик бобо. Вот раньше сегодня с Хаммером колоду ему делали, там пытались. Конюк был, двойку стоил, да? Да, двойку стоил, а сейчас пятерку. Вот его исправили. Опа. Интересно.
Интересно, говорит охотник, выпускает... Он, конечно, он убьет гиену, конечно. Конечно, он убьет гиену. Так, в 30 минут... Все правильно, да. Я убиваю, естественно, паучка. Получаю гиену. Ты представляешь, Хамер? Он меня убил гиену, я убил паучка, получил гиену. Да. Это весело, конечно. А я вот так сделаю. Смотрите, как оп. И вот так вот. По-моему, неплохо получилось. У него 16, у меня 28. И я, конечно, не знаю. Если я победу одержу... А, нет. Да. Какая тут победа? Тут победа и не пахнет. Тут непонятно, чем пахнет. Так. О, поганище. Поганище. Поганище, ты спасешь нас, я тебя знаю. А давайте поганище. Ой, и у него поганище, да? А, он убивает поганище. Ну, хоть поганище урон нанес какой-то. Ладно. У него теперь 12, у меня 26. Хотя он у меня убил поганище. А ты знаешь потом, что выпущу? Льва? Примкни к нам, Люка. Ой, это плохая тетенька такая у меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у меня есть большая подушка. У меня есть большая подушка. Так. Большая подушка. Друид. Два? Подожди, если когда-то зверя, да? Зверя. И этого. Я возьму карту. Это будет хорошо? Да. А он мне потом нанесет 4, 5, 6 урона. 4, 5, 6, 7, 8. 8? Несет урон на меня. Потом еще если его будет. А давайте, все-таки он захочет убить птичку, я вам говорю. Лиги. О, Йети. Йети. Смотрите, если он сейчас мне в лицо все кинет, в принципе, наверное, ну как нормально, ну не знаю. Если он убьет моих, если он разменяется своими об моих, да, то в принципе я тоже не против. Кстати, размен-то я бы... У него секрет. Я не знаю, что. Ну секрет, понятно. Вот он думает, разменяться или мне в лицо ударить, вот он думает. Если он мне ударит все в лицо, я смогу что-то потом намудрить. Но секрет либо... Во-первых, я смогу получить карту. Наверное, еще что-то. Если он почистит стол, убьет, то... Ну, убьет и убьет. А, он провокатор, да. Провокатор, это, конечно, нехорошо, да. Да, он решил размениваться. Он решил... А, он птичку решил не убивать. Смотри, он... Птичку решил не убивать. О, щит этого. Так, смотри, он птичку решил не убивать. Ну, тогда мы получим карту. Сделаем секрет. Что у меня карта летает? Секрет. Стоит ли нам убивать птичку? А зачем? В принципе, стоит. Ё-моё. Интересно. Потому? А у него... У него... Ой-ой-ой, сколько у него эти. Ну, это не очень страшно. Хотя... Они, по идее, умрут, если сейчас у нас... Если он нападет на меня, а он не хочет нападать на меня, он карты хочет брать. Ну бери свои карты, пожалуйста. Пожалуйста, бери свои карты. Пожалуйста. Набрал себе карт. Думает, что это... Нет, хорошо, конечно, для него, но... Я,
ж на седьмом ходу побежду. Побеждю? Побежди. Побеждю. Давай передохнем. А, он его убирает, да? Звездопад. А, убирай. Впервые такую карту вижу, звездопад. Ну, есть такая. О, смотри. Баба. О, я же ему новый урон начну, что я забыл. Какой хороший секрет. А у меня еще одна. Как? О, животик. Да у него сколько животик бабота, а? То же самое. Еще один, ты представляешь? У него это животиков. Животиков. Миллиард животиков. О, да, 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 да. Давай животик бубоня. Подожди, надо подумать. 5, 6, 7. Я наверное 7. У него остается мало здоровья. Понимаешь? Смотри-ка. У него мало здоровья остается. Он сдается на. А, у тебя там свои эти. Свои, там ходу победил, свои. Нет, ребят, смотрите, я думаю, что лучше, смотрите. На него. Да. Ай! Так. А, да. А что, смотрите, я убиваю. Смотрите, я убиваю. Так. Он 3, 4, 5, 6, 7. Он мне 7 наносит. Да? Он мне наносит 7. Он мне наносит 7. И ты его убил. Наносит он мне 7. Нет, а вдруг он ген заходит убить? Наносит. А я ему вот так вот. А у него 3 осталось. И круговая там. И... А чё, я вот этого вытащу? Чё, я могу его вытащить, я на его вытащу. Ты можешь, я могу? Да. Он хотя не, никакое заклинание на него не может сделать. Хотя, ну да, кстати, да. У него заклинаний нет. Ну как-то, у него там раздвоена всякая стрела, там, я не знаю, как-то. А. Всякие фигуринки. А, смотрите, он провокаторов убрал, у него осталось два... У него осталось... Он всех убрал, у него осталось 3 здоровья. Я нажимаю стрелочку, у него осталось 1 здоровье. А, все-таки... А, так это же заклинание. А, рывок-то у тебя. Да, у меня рывок, и все. Победа. Победа. Все. Победа. Пам, ребята, мы выиграли 4-ю победу, вы представляете? И я еще 28 уровень взял. И мне еще карточку дали. Золотая, золотой псарь. Зачем он тебе? Ну, не знаю, дают. А я... Смотрите, 4 победы, ребята. По-моему, я не делал никогда 4 победы. И сколько у нас времени? У нас времени 13 минут. А это значит, сейчас мы еще раз сыграем. И будет 5 побед. Мы еще раз сыграем. Давайте пойдем дальше. Либо у нас останется 4 победы, что я уже рад. Вот его прям несказанно. А если у нас будет 5 побед, я не знаю, что. Я не знаю, что. Я буду прыгать, как заяц, я не знаю. Как заяц на планете. Заяц на планете. Марса. Марсианский заяц. Я прыгаю. Буду прыгать. Да. Получается, довольно-таки нормальная колода получилась. 5, 6, я не знаю, 7, конечно. 8. Я тоже мог сказать. Либо это действительно охотник сильный сейчас, да? Не стоило напрашиваться. Либо просто хорошие карты. Я не знаю. И как бы мне все равно. Мне главное, что я одерживаю победы. О, в смысле, хорошая рука, смотри. О. Достаточно нормально. 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 Манозмея. Мухаммер мы собрали. Да, Мухаммер манозмея собрали из пыли. Соскребли там пыль везде. О, давай провокатора, монетку и паучка. Да. Я с тобой согласен. У меня две мужские охотники и два пса. Паук это вообще, он рулит, вот этот паук. Вы представляете, из одного паука может достаться легендарка 8-8
с рывком. Это просто... Он затащил вот там просто предыдущую... Не предыдущую, а какую-то из серии. То есть... Да, ага. Нормально, мне это устраивает. Давай, иди, Вася, в него. Мне это устраивает, причем мне это устраивает настолько, насколько я могу убить монозмея. Так вот. Плюс ко всему. Я убиваю монозмея и получаю еще... А что это такое? Обезьяна. Представляете, легендарку получить от паука. Это так бывает редко. Это редко? Ну, ты представляешь, сколько зверей в колоде вообще на Хардстоуна. Смотрите, он вытащил поднять щиты. А нечего поднимать-то щиты. Понимаете? Поэтому же это что значит? Это значит, что у него что-то не очень карты-то. Не очень. А у тебя не очень. У меня нормальный карты. Что-то зря ты. Провокацию мы можем. А можем мишку. Ну, не мишку, я не знаю, кто тут будет. Давай мишку. Давайте, я люблю такое. Мишу. Особенно 4... О! Смотрите, 5. Да, это вот... Это вы что, думаете, что я 5 побед одержу, что ли, на арене? Нет. Ну сейчас случайно что уничтожить. Не обсуждаешь, так мы так тихонько, и потом 12 побед. Да? Тихонько, легонько, 12 побед. Да. Так, Гена, что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Гена на шестом ходу. Опять мишку? Да, на провокацию. Мишку давай. Мишку. Смотрите, если провокацию... Он об нее убивается. Так. Что неплохо. Нет, мишку. Если мишку... А, мишка может быть и ведь и не провокатором. Давайте провокацию. Не будем рисковать. Не будем рисковать. Ой. Потому что если один раз мишка-провокатор выпал, не обязательно, что... Второй. Не я не знаю, насколько там так все... Большая пушка. Он сказал, он даже... А, он меня убивает. Он меня убивает. Пластинка. Что мне делать? У меня пластилин. На пластилинка. Так. Пластилинка. И... Ну я не знаю, ребята. Но здесь опять нужно питомца вытаскивать. Собачка. Я не знаю. Свинюшка. Ну что теперь делать? Опа. Ну убиваем. Убиваем, что делать? Стреляй в него. Ты меткий, смотри какой. У нас примерно 3 минутки, но за 3 минутки... Ну что, мы даже по... я все-таки закончу этот же матч, я не буду уже, естественно. Посмотрите, мы можем. Изрыгателя слизи, который, животный, кстати, прикольный, да, мне вообще нравится. Его джентли, ну, Хаммер, ну, сильно там не мешай. Потому что ребята же, они не видят твой стол. Они же не знают, что ты там говоришь, какой Лерой джентли. Так. Изрыгатель слизи это хорошо. Потому что сейчас может быть провокатор не быть. 4. Не, я могу, конечно, на гиену провокацию. Но она умрет. Давайте изрыгатель слизи, он. Он крутой вообще, мне нравится что-то. Вообще. А, ну он его добивает, да, добивает. А у нас сколько еще провокаций? Не ожидали, да. А, он разгонит Курбаши об него, да. Это же не зверь, слизь. Слизь это не зверь. О, смотрите, можем... 3 единицы урона, и Курбаши станет сильный. Да. А можем зверя и потом на пятерочку цапнуть того же Курбаши. А смысл? Смысл. Можем зверя на этот, а 5 останется.
5 останется. 3 и 2. Если это и 3, потом это 3 до 3 это 6, и еще вот этим ударить. Тогда я Курбаша убиваю. Ребят. Тогда у меня остается 4-4. Я много трачу просто, понимаете, в чем дело. А, давайте. А, нет, вот так вот, оп. Вот так вот, оп. Вот так вот. Не знаю, я потратил кучу на Курбаши карт. Понимаю, что это не оптимально, я что-то не так, наверное, сделал, но... Ладно ж. Не будет у нас 5 побед, иначе я не вынесу это. Я ж никогда столько не делал. Вот 5-то побед я точно никогда не делал. Так, у нас есть двоечка, у нас есть двоечка. А на гигиену делай, ну, я согласен, в принципе. Или можно раскомнуть Томцес. Сейчас мы вот так вот сделаем. В принципе, да, потому что... Вот этот у нас человек будет стрелять. Ну, не в того, да. Ладно. В другого, в середину. Чего в середину? Ну, у этого 4-1. Ну, понятно, да. Теперь. Осторожно, Хаммер там что, уроняет все. Уроняет квас. А! Да. А я забыл. Я забыл, что у него есть такая штука. Ну все, мы здесь проиграли. Мы здесь проиграли, каз 21 минута уже. Усё, ребята. Мы приехали. Тем более свинюшка зачем-то. Зачем она вообще-то свинюшка? Да, все, 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 все. Давайте, давайте, добивай меня быстрее. 8. Так. 14-15. Все, все. Как раз таки под конец серии все, все сходится. Неплохо сыграно. Да неплохо, я уже понял, что неплохо. Ты посчитал, я уже посчитал, и ты меня убиваешь. Все, давай. А, у него еще это самое есть шарик. Ну, конечно, шарик это, конечно, да. Ну вот, ребята, не получилось 5 побед, но я все равно рад 4 победам. Потому что 4 победы для меня это... Вы поверьте, это очень круто. Ну и что мы за 4 победы получаем? А мы получаем... Хаммер, ты будешь дать? Я жду Хаммера. Садись там в кресло давай. Эть, пока сядет. Да пока ты сядешь, Хаммер. Смертокрыл, да ты какой-то... Извините, ребята, я тут, у меня соответственно это самое, я... О, нам 3 каких-то сюрприза. 1, 2, 3. Жалко, что их как-то не видно, да? О, там что-то горело. А это оно так, по самому по себе. Первое. 55 денег. Ну, неплохо, потому что у нас уже... Давай вот это. 95 там, да? Вот эту. Вот это? Да. Ба-бам. Бустик. Бустик. Ну, мы сейчас его откроем. Там карта. А там... Карта. Мана змей. Блин. Лучше бы пыль была. Кстати, я могу его распылить. А там, знаешь, сколько стоит? Сколько? Распылить? Ой, копейки. Копейки. Ну, копейки, не копейки, но мы его распылим. Давай быстро бустер откроем. Так, бустер? А, ну да, давайте бустер откроем, потом распылим. Быстренько. Ахалай, так, ахалай, махалай, щербет сладкий бублигом, как Денис говорит, мы сейчас все получим. Бам. Давай. А мне ушки и рубашки смешные. Рубашки. Опа. Рубашки. Леген... А, я даже не знаю, какую мне легендарку-то надо. А, неважно, какую-нибудь легендарку. Любую легендарку. Любую. Не, у меня есть Лерой Дженкинс. Уже, к счастью. Не буду я распылять Лерой Дженкинс. Это я его 100 лет собирал, ты чё? И ёба! И боба! О, ну блин. Давай вон тут. Редко как-то вот это? Да. И колосики-маласики. И козяськи-пузяськи. Ничего нету. Ладно.
О, это, ну это, кстати, прикольно как-то. И хорошо, и последнее, что мы быстренько сделаем, это же посмотрим, что можно распылить. А распылить, наверное, что-то можно. Да. Распылить мы немножко можем. Буквально 20 пыли, но... Все равно. 20 пыли, 35 пыли. Я не знаю, на что я сейчас коплю. Потому что я вот все колоды, которые вот здесь у меня есть, да, они мне созданы, ну, по возможности, которые сейчас считаются сильными. Поэтому я даже не знаю. Да, смертокрыл мы тут записываем, извини, братела. Всем спасибо, кто смотрел. Я сейчас посмотрю. Да, у нас уже 25 минут. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Хаммер, всем тоже... пока.